Друзья, привет! Сегодня готовим вкусную, нежную и воздушную творожную запеканку. Почти такую же запеканку готовила мне моя бабушка, когда я была совсем маленькой. Но я добавила всего один новый, современный ингредиент, и запеканка получилась еще сливочнее и еще вкуснее. Нам понадобится творог, сыр маскарпоне, 2 яйца, сахар, манная крупа и сливочное масло. Сначала берем глубокую миску и разбиваем в нее яйца. Белки от желтков отделять не нужно, используем яйца целиком. Затем насыпаем к яйцам сахар и все это дело хорошенько взбиваем. Лучше, конечно, воспользоваться миксером или блендером, но у бабушки блендера не было, поэтому она мешала все обычным ручным венчиком. Я решила сделать так же. Когда яйца с сахаром хорошо взобьются, добавляем к ним творог. Лучше всего использовать пастообразный кремовый творог, который не нужно протирать через сито. Затем сразу же добавляем туда маскарпоне. Маскарпоне можно купить практически в любом супермаркете. Он обычно продается в отделе с молочной продукцией. Потом насыпаем в нашу запеканку, в будущую запеканку, манную крупу. Все это хорошенько перемешиваем с помощью столовой ложки, или если пользуетесь миксером или блендером, это можно делать с помощью них, так будет быстрее. Мешать нужно до однородной кремовой консистенции. Теперь берем форму для запекания и смазываем ее сливочным маслом. Очень не рекомендую использовать растительное, пожалуйста, смазывайте сливочным. Затем выкладываем столовой ложкой нашу запеканку, разравниваем ее и убираем в духовку. Духовка должна быть разогрета до 190 градусов. Готовить запеканку нужно примерно 40-50 минут. Точное время зависит от мощности духовки и от размера формы. Если хотите, в запеканку можно положить какие-то добавки, например, изюм, сушеные ягоды или шоколадные капли. Она вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Приятного вам аппетита!